На 11-й день шатра Рамадана мы встречали незрячих и глухонемых гостей. В этот день спонсорами праздничного ифтара стали Хани Нурдин и Аджамал Каразак. Они совместно с группой активных сестер устроили настоящий праздник для гостей, подготовили программу, пригласили выступающих, упаковали подарки. Хани Нурдин, Аджамал Каразак с сестрами подготовили каждому гостю пакет с одеждой. Магазин косметики, парфюмерии Бибьюти отправили подарки гостям шатра Рамадана аж из города Ош, за что им особая благодарность. Праздничный ифтар начали с чтения Корана и с короткой лекции от Абдукапарулу Абдуджапара Устаза. Поддержать гостей пришла исполнительница Мэри Шакулина. Нияз Абдразаков и Турдако Нияз Алиев также выразили желание стать частью шатра Рамадана и посетили праздничный ифтар. К выступающим в этот день присоединилась и наша волонтер Алия, которая исполнила кавер на песню «Рамадан» исполнителя Махера Зейна. Мы хотим выразить благодарность спонсорам Хани Нурдин и Аджамал Каразак, порадовавшим организаторов и волонтеров тортом с капкейками и белыми розами. Это был один из трогательных и эмоциональных дней. Гости сами выходили на сцену выразить благодарность и поделиться эмоциями. В такие моменты мы понимаем, что мы достигли своей цели. Барлық жақсы. Душасы мен рахмат. Құдай тарам жардан берсін.